Так, всем привет. Купил вот такой насос для накачки амортизатора. Вот я его накрутил, тут у меня где-то 5 атмосфер. Сейчас будем накачивать. Качаем до 10 атмосфер. Если перекачали, вот кнопка есть, можно скинуть давление. Так. При откручивании насоса там есть клапан, его выкручиваем. Тогда из бачка не будет выходить воздух, когда отсоединять будем насос. Так, вот его выкрутили. Сейчас можно выкручивать сам насос. Так, вот он этот клапан, при закручивании там нажимают на мипель, выкручиваешь, все, мипель выходит и уже держит. То есть когда выкручиваем насос, тут уже ни грамма воздуха уже не выходит. Все вот как-то так, полезная, хорошая штука, работает. Называться, как-то, не знаю, видно, не видно. Вот такой насос. Ну все, всем пока.